Всем привет, вы смотрите кофейный влог. Сегодня на обзоре рычажная эспрессо-кофеварка Gadja Factory G106. Но на самом деле, по факту, это Ля Павони, потому что сделаю Ля Павони для Gadja. Основана она на модели Ля Павони Grand Romantica. Корни этой кофеварки начинаются далеко в 60-х годах. Именно тогда была создана первая модель. С тех пор она дорабатывалась, но основное оставалось неизменным – ее дизайн. Почему они до сих пор пользуются популярностью? Во-первых, это простота и надежность. Во-вторых, они способны делать настоящие эспрессо. И самое главное, вы будете получать удовольствие от приготовления. И этого действительно не заменит ни одна машина. Самое главное в этой кофеварке – это отсутствие помпы, а значит, она тихая, и вы сможете сами регулировать давление. Подобный функционал в кофеварках с помпами тоже присутствует, но стоят они от 3000 евро. Давайте разберемся, как она работает. Для начала нужно залить воду. Очень важно ориентироваться на экран уровня воды и заливать до момента, как вода в ней достигнет максимума, но не больше. Иначе не будет пара, а он необходим для работы. Когда кофеварка нагреется, в ней будет прослойка пара в этой области. Она будет создавать давление, выдавливая воду в группу. Здесь находится трубочка для забора воды. При этом сам пар будет использоваться для взбивания молока. Особенность кофеварки в том, что воду нужно заливать перед каждым включением. Иначе после прогрева у вас может не хватить воды для приготовления, а долить ее нельзя, пока кофеварка не остынет. И, конечно же, все элементы будут горячими, поэтому трогать их нельзя. Но перед тем, как ее открывать, необходимо убедиться, что в ней сброшено давление. Для этого можете или поднять рычаг, или открыть стиммер, чтобы избавиться от давления и спокойно заливать воду. Самая главная особенность этих кофеварок – это контроль температуры, потому что бойлер нагревается до определенной температуры, и важно, чтобы группа тоже хорошо прогрелась, иначе у вас будет холодный кофе. Вода будет поступать и остывать в группе. Поэтому пользователи советуют держать температуру в пределах 85 градусов, хотя мы заварили при 88 и все вышло отлично, даже немного холодновато. И в принципе, по опыту я могу сказать, что, используя термометр, она держится на уровне 88 градусов. То есть здесь, в принципе, и не нужно заморачиваться над таким термометром. Или ждете 20 минут, или делаете хороший пролив воды, но тогда вы сможете приготовить меньше порции эспрессо. Все-таки за 20 минут она прогреется, сделайте небольшой пролив воды, примерно полкружки, 100 мл, и можете заваривать свои напитки. Кстати, я использую термометр термопару Type K. Так проще всего измерять температуру, потому что наклейки термометра, они все-таки со временем выгорают, и вы не будете четко видеть показатели. Поэтому такой вариант очень удобен. Вы знаете температуру в помещении, как быстро она нагреется. И, в принципе, можно о нем забыть, ставите таймер и знаете, когда можно готовить эспрессо. Итак, как же в ней варить эспрессо? Для начала нужно залить воду, включить ее и убедиться, что рычаг находится в нижнем положении. После того, как бойлер перестанет нагревать воду, вы увидите, что давление поднялось до определенного уровня. Но после нагрева необходимо выпустить воздух, который здесь скопился. Здесь будет прослойка воздуха. Открываете пар, пропускаете в течение 10 секунд примерно, и она догревается до нужного давления, уже настоящего. При этом после включения кофеварка будет включаться и выключаться и держать определенное давление. Как настроите, так и будет. Пользователи рекомендуют где-то 0,85 бар. Дальше создаем кофейную таблетку. Для этого лучше использовать от 12 до 15 грамм кофе. Помол должен быть настроен таким образом, чтобы время экстракции было около 25-45 секунд. Или ориентируйтесь на вкус, чтобы был не кислым, не горьким. Поднимать рычаг нужно плавно. Внутри ходит поршень, который открывает доступ для воды. Если поднимать быстро, внутри может создаться вакуум, который повредит кофейную таблетку. Поэтому перед тем, как вставить рожок, поднимаем рычаг практически до верха. После чего приподнимаем до конца и ждем, пока вода наберется в группу. В этот момент начинается предсмачивание кофе, так называемый pre-infusion. Происходит оно с давлением примерно 3 бара. Дело в том, что в группе давление примерно в 3,8 раза больше, чем на манометре бойлера. Эту фазу можно производить либо до первой капли, либо в течение 5-15 секунд. Затем начинается самое важное – создание давления. Для достижения 9 бар здесь необходимо 14 кг. И, к счастью, нет необходимости ставить ее на весы. Если давить сильнее, чем нужно, бойлер начинает приподниматься, а значит, достаточно придерживать за ручку холдера, когда давите, и снижать усилия, если чувствуете, что бойлер отрывается от стола.
пропорцию которой вы получите, будет чем-то средним между ристретто и эспрессо. Это связано с тем, что количество воды, которое будет в группе, ограничено. Если вам хочется сделать напиток с большей пропорцией, можно настроить помол под меньшую закладку. Подведем итоги. Если знать, как ей пользоваться, эта кофеварка будет обеспечивать прекрасные результаты. Главное не ожидать от нее многого. Она может хорошо сварить лишь несколько порций, затем ее нужно охлаждать, доливать воду и начинать по новой. Если вы собираетесь учиться, процесс точно будет затягивающим.